По поводу Chain Together, в общем, у меня тут девушка писала, что вот, играли с мужем девушки в Chain Together и очень сильно разосрались, вот, и после этого она хотела помириться с ним. Я просто к тому, что, ну, Даша говорит, что сегодня, говорит, вежливо быть. Ну да. Типа мы ссоримся каждый стрим. Да. Это удивительное должно произойти. Это еще мы у этого еще личку нашу не читали. О, да. Постоянно. Не, ладно, ссорятся эти двое, а мы там с Аней лобызаемся. Мы не ссоримся, как бы. На фоне. У нас нормальная там, как бы, горбатая гора. Боже, все здесь такие красивые. Артур, твой персонаж, я уже вижу. Да, а чё он взял деда? Это я дед. Так, а какого? Ну, вон четыре разных персонажа. Давайте все четырех разных возьмем. Мне кажется, я похожа на зэка больше вас. Ну, да он на тебя похож. На тебя. А у меня такое даже немножко ход. Ход. Даша. Даша, не знаю, как, что-то как-то знает, требования упали, да? После жизни со мной, да? Артур, блин. Нет, мне просто жарко. Просто мужик стоит горячо. Стоит мужик. Боже. Поехали! Погрузи, ебать, тера. Нет, я в настройке зашла. Да что я в настройках была? Даша, тяните! Да не на... Тяните Тёму и Дашу. Не тяните. Начинается вот это. Мы вообще не собираемся проходить, да? Да мы и так ее не пройдем. Так этот еще решил, как своего любимого аниме, короче. Блин, меня за ним тащит. Да, все, Тёма там идет. Нормально, нормально. А что с ним? Подожди, а как мы его... Давайте выйдем, попробуем затянуть его. Нижний интернет. Смотри, ну вот так, да. Да лезь. Да лезь, давай. Тёма делает все для того, чтобы мы учились. Чтобы было, ну, чуть-чуть. А что, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Раз. Guys. Давай тянем, подождите, дотяните сначала. Да, блядь. Я тяну Артура, вы тяните меня, изи. Можно поднять, пожалуйста, я пожилой человек. Я тебя тяну. Бля, ты как-то себя не вытянул. Ну я тянул, Артур. Давайте, оп, Тихо. По очереди. А прыгай, просто прыгай. Просто прыгал. Вы будете координировать свои действия? Я уже вижу, что нет необходимости, понимаешь? Блядь. И так все норм, но норм. Двигаемся с одной скоростью, с моей. За Артуром по цепочечке, давай. Потихонечку. Как человеческая многоножка. Смотрели все? Да. Ну. Нет, я две части смотрела. Зря, что ли? С кем я обсуждаю? Нам нужен мод на эту игру, я смотрел. Но мод на эту игру, о, чтобы Артур, были соединены так же, как в, ну, как в человеческой многоножке. Отлично. Так тогда нам можно никуда не идти. А там, прикинь, короче, ну типа они сидят такой, и первый человек процесс дефекации занимает. Второй такой, о, поедим. Потом ему захотелось по делам. И он, короче, начинает свой процесс дефекации, да? И вот так вот... Мама, вернись, пожалуйста. Вот так четыре раза. Не-не. Сегодня прочитала новость, короче, змея укусила мужика, а он... Захуй. Не знаю, там не уточнялось. В общем, она укусила его, а он обгрыз ее. Блять. А что было? Что ж? Я поймала вас, я поймала вас. Тяни! Так тяни. Тяну. Раскачивайтесь. Это было в Индии. В Индии змея укусила человека, хорошо. Она его укусила, а он обгрыз ей голову. Ну, а, так, блядь. Бля, же там брутально. Я не, ну, типа, это не удивительная история. Вот Тёмина мама кошку укусила. Да, я только что сказал. В ответ. Что когда-то ночью, короче, мама спит, получается. Что-то кошке там приснилось, она ее укусила. Ну, она психанула, укусила кошку в ответ. Так что у меня эти ваши истории. Тося, слышишь? Да что ты? Ребята, вы наступали, вы что, наоборот, нельзя наступать на полосу. Нельзя наступать. А я думал, это чекпоинт, не знаю. Да, да. Кошка такая, в смысле, блядь? Нихуя, а, помогите. Хули ты там встал? Слезь оттуда. Тёма, не надо. Да я... Тёма! Я смогу. Ну, привет. Да не лезьте туда, просто прыгайте. Бля, так вот, можно, ну, было все через жопу сделать, типа, да? Ну, для секса придумать. Может, такая и есть. А я видел, да? Такое порно, да? С одной стороны клетки, а с дэд с другой. Ну все. Ну я видел, я видел такое порно, да. Что? Дальше что? Хуй?
дальше разберется. То есть через решетку? О-о-о! В чем экспириенс? Откуда я знаю, в чем вообще прикол вот этих вот всяких... В чем вообще прикол секса, господи? В чем прикол секса вообще? Переоценен. Почему бы нет? Для разнообразия, господи. Не падаем. Да не падаем, блядь. Тихо. Таня. Ого! Цеплять. Изи, это шорткат. Шорткат. Угу. Так, ладно. И куда он ведет? Да. Пойдемте, он обратно. Можно пройти или нет по той стороне? Ты можешь. Пролез. А мы тут невидимая стена. Невидимая стена. Смотрите, вот на счет три прыгаем, давайте вот покажем тебе плей. Нет, стоп, по цепи. Вот, а смысл какой? Бля, нифига. Блядь, тупая игра. Тупая игра, говно. Как там говорят, медленный конь борозду испортит. Борозду, да. Управление. Укачивает, а прикинь, как нам. Как вы вообще живете с вот этим укачиванием? Я еще, блин, что не сделаю ни одно движение, вас уже укачивает. Это мне удача напомнила кое-что, но я не буду говорить. Что? Не смей этого рассказывать. Не, я не. Вот это я не буду рассказывать. Это бан. И это разочарование. Потом расскажете в телеге, потому что мне теперь интересно. Ненависть вообще. Бан в телеге тоже. Бан в телеге. Это просто бан везде, где рассказывают. Есть вещи, которые да. Да, есть. Это как у нас с Тёмой история с телефоном. Блять, прекратите, я не хочу это знать. Нет, поверь, ты не хочешь. Так, спокойно. Вот фраза «умер от кринжа» — это вот история про телефон. Да, это про историю с телефоном. Это не то, что там просто, знаешь, ну типа «это просто, это самый настоящий». Напротив слова «кринж» в словаре вот эта вот история стоит просто. Ну и не рассказывай. Мне тоже есть история с телефоном, Артём, расскажи. Нет. Это тоже отвратительно. Тоже. Наша была не отвратительная. Нет, наша не отвратительная, кринжовая именно. Вот именно настоящий кринж. Блин, да. Ну короче, ну, я расскажу, вы там решите. Да. Когда я работала, когда еще в Харькове жила, работала промоутером, я частенько, мне приходилось как бы находиться... Нас не забанят, подожди, стой. Нет, находиться ладно. Во всяких, ну там, торговых центрах типа или тому подобное. Вот у меня был момент, когда я рекламировала корм клуб 4 лапы. Угу. Знаю, да. Потом да. Сейчас, наверное, есть. Отвратительный корм. Отвратительный лапы. Мне Таня не понравился. Мне не понравилось, да, я не оценила. И вот я была, кстати, где-то в вашем районе, по-моему, я работала. Это был какой-то крытый рынок. А, и, в общем, в конце рабочего дня я пошла в общественный туалет этого рынка. Я думаю, вы понимаете, как он там выглядит. И у меня в процессе как бы... Так, тут налево, аккуратно, внимательно. Из заднего кармана выпал телефон. Прямо туда. И... Мне пришлось, естественно, его вытаскивать. Естественно. Не, ну это жизненно, тут как бы ничего не поделать. Это было ужасно. Это был типа мой, наверное, как, по-моему, первый телефон тогда. Motorola Razr V3i. Даша, ну туалеты детского лагеря в Белорецком районе. Около это Уфы, конечно, это никогда не переплюнет. Гайс, не падайте, пожалуйста! До этого просто в Красном Лимане в туалете на вокзале не были. Да вы не были на вокзале в Москве, на ВДНХ просто. Там все стены калом были измазаны. Это был просто туалет общественный на ВДНХ. Это ужасно было. Ну, да. Кошмар до сих пор. Я говорю, схожу туда, в общем, покакаю. Выхожу через 30 секунд, зеленый весь. Даша говорит, что? Я говорю, не знаю, мне понравился ваш я не начал общественный какать туалет в Уфе тогда, который должен был реагировать на движение, и там играла национальная музыка какая-то. И ты, короче, если сидишь, но не двигаясь, стрёшь и писаешь, что гаснет свет. Да, да, пришлось руками махать. Нет, это в темноте побесить нельзя или что? Ну, это как-то глупо. Экология. Глупо, глупо бесить в темноте. Это все происходит под звуки национальных мотивов каких-то. Бля, это просто... А когда мы ходили смотреть на памятник, то есть мы пытались найти член коня, то есть окей, да? На памятник член коня. Давайте попробуем поиграть, кстати. Ну, типа, так. Да, мы играем, что тебе не устраивает. А, ну да. Помните фильм, короче... Дель Торо, по-моему, снимал, «Мутанты» называется. Ну, «Мимик».
Мимик, да. Короче, mm-hmm. когда там в метро в каком-то они так, лазили. Стоим. И там, стоим. Короче, где гнездо у этих было тараканов. Ну. Там насрано. Тёма, на достань Артура. Было, вот Тёма! Вот, да. Просто. Короче, я видел это ИРЛ в том туалете, понимаешь? Что? Ну и вот я в том туалете это видел. Ты заходишь, а там нарост из потолка и скалы. Блин, ну подожди. Калактиты. Да, это калагмиты и калактиты. Мне кажется, самый эпичный туалет, который мы с тобой видели, это был в Крыму, когда мы туда зашли, а там, короче, было это, скажите, улей, улей и пауки. Да, я туда не заходил, я что, суицидил? А, ты не заходил туда, блядь, я пошла, я так захотела, просто в туалет. Я не захотел. И каждый, кто оттуда выходил, говорил, там улей, думаю, вы ебанутые. И все сроты такие, блядь, улей, там улей, улей, ничего себе, так мало то, что улей, то еще и пауки в одни. Потом выходит такой, ребята, ребята, там улей. Следующий заходит такой, о, там улей. Ну теперь... Нормально, нормально. Смотри, могу. Резко направо, опа. Ты шо, псих? Резко. Нормально, мы живем, мы живем, мы живем, мы живем. Мы живем. Она вообще куда? А, вот сюда, да. Ну вот. Ну, да куда? Куда? Нет, Тёма, не, 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 нет. Мы пришли. Да вот. Нет, Артуром, нам вон к черепу. Да куда ты, блядь? Тёма, ебать. Блядь, я вас сейчас убью нахер, вы знаете? Блядь. Это пиздец. Еще посмотрите мне туда. Тёма, сейчас выйдешь отсюда, понял? Из этой цепи. Да Таня-то куда тянет? Артур, Артур, подожди, подожди. Левее, левее подойди, чтоб Таня залезла. Да там узко! Да, я пытаюсь. Ну узко! Ну что поделать? Во, я сейчас зацеплюсь. Изи! Да не с той стороны! Я упал, блядь! О, блядь, как страшно! Спокойно! Я не могу! Никогда, просто надёжно. О боже. Да зацепитесь за лестницу. Можете даже не цепляться, я всех тяну. Ладно, нет. Найс. Легко, кстати. Ту-ту-ту. Придется меня затянуть, я не с той стороны лезу. Бля. Нормально. Да мы знаем, с этого все начинается, да? А ты вот осознала, Таня, вообще? С самого начала я же не отпустила. И такая решила замолчать. Она меня смахивает. Она стала. Дорогой дневник. Сегодня упала Даша, и Таня упала, и Тёма тоже упал, и я упал. Нормально. Все, собрались, поехали. Вперед. Так, подожди, спокойно. Стоп, 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 подожди. Просто вот так стоим, вот так стоим. Оп. Подожди, нет, 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 стой, 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 куда мы же? Мы не успеем. Вот он, вот он. Я не готов. Даша вообще не готова. Нет, нет, подожди, не лезь, они еще не готовы, они не готовы еще. Спустись. Даша даже вообще не готова. Я придумал, подожди, нет, 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 вниз, вниз, вниз. Как он вниз, Артур, я не поняла вообще, что за подгадок. Я придумал в последний момент. Вы можете нормально, я не понимаю, конечно. Смотрите, успокойтесь, я давайте спрыгнем вниз под лестницу. Под лестницу. Тихо, тихо, не паникую. Под лестницу просто спрыгнули все и все, хорошо? А вон, Тёму затяните, затяните Тёму, все. А смотрите, зачем? Подождите, смотрите. Зачем? Да блять, да перепрыгните. Да то подождите, да то перепрыгните. Вот, смотри, а нахуй... Смотрите, вот просто логика, а нахуй ярит с той стороны? А если мы вот так полезем? Опа! Как она? Чел, она... я пробовала, она меня схуярила с этой лестницы, блин, ну как, все, я тогда. Не знаю, осенний так, лист. Так мы не видим, когда она нас атакует. Ну, типа... Осенний лист падает. Нет, куда ты лезешь? Так я попробовал, действительно сбивает. Полезли. Так, вот тут встаем вот так. Стоп, 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 стоп. Войдите. Не надо сейчас. Слишком вошла. Все, бежим! Погнали. Слишком вошла. Да что ты не входишь в нас. Так, ну, стоп, 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 стоп. Ниже, 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 ниже. Даша! Даша, ты слишком вошла. Слишком вошла. Я говорю, типичные вечерние игры после стримов. Слишком пошла. Тёма, ну не обязательно всем об этом рассказывать. А, но поздно. Я понял, про чё вы. Я тоже поняла, но я тактично молчу. Я впервые бегу, лол. Ну хорошо, типа тут типа не гонки как бы. Ты без нас не придёшь к финишу. Раз, два, три. Сука. Да я не понял, мы обычно прыгаем на три, но когда только раз. Так, раз, да, блядь.
Эхо, бля. Кто это сделал? Я зацепился, все нормально. За что? За что мы держимся вообще? Да какой хуй мы туда зацепились? Там неоткуда прыгать куда-то. А разберемся потом. Надо затащить нас. Да это релиз здесь сюда и лезть. Я прыгаю вниз. Но тут нет ничего. Го-го-го-го, давайте. Таню забыли. Да не забыли, специально оставили. Сука. Синхрон. Вот этих истерик, не знаю, прыжковых. Блять. Ёбаный рот. Я не могу больше. Если... Подождите, подождите, смотри. Если кто-нибудь упал и висит, не надо прыгать вперед, потому что ты тоже упадешь. Надо его вытащить сначала, а потом уже как бы всем прыгать вперед. Вот. Что ты там собрался вытаскивать, Артур? Блять. Да куда ты? Пизда нам. Нет. О, тихо. Держись, тихо. Пожалуйста, кто бы ты ни был. Правее, правее, правее. Тихо. Ой, блядь. Ой, блядь. Спокойно. Нет, что блядь, вот, мы в очке. Я ненавижу вот эти вот хождения. Артур стоял 20 минут, объяснял, что не нужно делать, летит оно, блин. 80 лет. Деду оно прыгает, блин. Он показал, как не надо делать. Да ёбля. Ну да, блядь. Нормально. Можно ниже спуститься. Будет лучше еще. Ниже спуститься. Я не могу. Может, давайте в другую игру пойдем. Нет. Нет. Мы не можем это пройти. Мы должны. Не можем. Стоим. Нет, Артур, подожди. Я все-таки. Давайте мы остановимся и выясним. Чекпоинты в игре есть? Ну, говорят, есть. Что есть. А как? Давайте мы их включим. Зачем по слогам разговариваешь? Давай включим, хорошо. Давай. Мы выходим сейчас, да? Пересобираем лобби. Да, хорошо. Мне страшно. Ребята, если вдруг вы думаете, что... Знаешь, Артём, зачем мы это делаем? Потому что когда такой тон, это значит, что я очень близок к тому, чтобы, ну, типа, огрести, понимаешь? Поэтому я лучше сделаю. Я понял, я вот. Услышал. Он наговаривает. Так тут это мы скипнули кусок. Да. Да. Давай, подождите, пошли, не пошли, ходите, пошли. Нет, стой. Ой, блядь, ой, мы умрем. Чё так долго? Надо, я... Помогите. Артура затяните, ради креста. Или, не знаю, если вы застряли, нажмите безопасность. Погнали. Опа. Погнали. Мы не застреваем. Так, тут перепрыгивать надо. Прыгайте. Прыг. Зачем? Да прыг. Блядь. Да вот зачем? Да блядь, что вы там делаете? Ой, пиздец, какой, блядь. Спокойно. Спокойно. Вы это соображаете. Где мы? Никакой паники. Вот отсюда мы дошли в прошлый раз, сейчас сразу раз, прыгаем на кубы. Два. Это пиздец. Я вас не затяну, я прыгаю обратно. Раз. Подожди. Два. Почему? Шо да вы, а что вы разгоняетесь, я не пойму там. Я не знаю, что они так далеко отошли. Сюда я иди. Я отошел, чтобы все успели, ну, сообразить. Артур! Да, блядь, дайте мне почесать жопу! Дайте деду подышать. У тебя чесотка или что, не пойму, блядь. Мне надо почесать жопу, все, я готов. 1.62 раза ниже Тёмы? Какой рост у Тёмы, по-твоему? 3.20, значит. У меня просто вопрос возник. Ну, там уже все, там пена изо рта уже, понимаешь? Сидит, так, если это... Вот это вот... Так, погнали! Быстро, быстро... И вот сейчас следующее, хорош! Все. Быстро, господи, быстро погнали, быстро погнали! Не нажимай на кнопку! Ой, блядь, это таймер! Не знаю, какая разница! Лезь! Таймер, прыгаем! Лезь! Это время, лезь. время! Лезь! Есть! Блядь, давайте мы назад! Мы какой назад? Пошли, успели, ладно, видите, что за паника началась, алло? Чё ты назад? Да что, вы просто, блядь, мы могли... Да лезь, давай, скорее! Там ещё не... Изи... Вот. Я эмоционально истощена и хочу писать. А тут осторожно, вы видите, да? Да, стоп! Ползём, чё ты смотришь, ползём? Артём! Бля. Чё стоять-то, мы ж почти поползём. Я придумал. Тебе никогда не будет стоять, если ещё раз ты шкинешь. Так. Блядь, это уже опасно.
На крышу. Да, вот тут на крыше, вот, в общем, там дырочка есть. Таня, куда ты идешь там сюда? Я уже никуда. Мы только найдем, только начали. Что за, блин, так если бы кто-то, блин, там не на шифте не дрыгался. Если бы кто-то дрыгался на шифте. Команда «Анальные бусы». Вас восклицательный знак. Блин, надо вбить. Сейчас, восклицательный знак «Анальные бусы». Надо сделать такую команду, лол, это же гениально. И чтобы бот отвечал, в жопу себе засунь, да? Да-да. Это из всё, это нам надо. Я зашла в ванну, у нас плитка на полу. Я думал про анальные бусы сейчас сказать. Нет, плитка на полу, она не анальные бусы. Горячая, блин, слышишь? Что такое анальные бусы, чат? Это, короче, такие вещи классные. Украшения, аксессуары. Как жемчужные, только анальные. Да, это камень такой. Так, вы когда в интернет-магазине скупаетесь, там в разделе аксессуары, вот поищите. Да, спросите про анальные. Спросите про то. А чё вы молча прыгаете? Нормально, тихо, Дашу затащите. Я не двигаюсь. Блядь. Мы это проходили, вроде бы. Кажется, мы и есть анальные бусы. Так я и говорю, команда анальные бусы. Подожди, я думала, в этом и есть шутка. Ну, подожди, я думал, команда для чата анальные бусы. Ну, потом-то да, тоже. Но сначала-то. Мы и команда анальные бусы. Я даже не подумал. Я думала, мы и есть анальные бусы. Блядь. На ваших экранах команда анальные бусы. Стеклянные такие. Какие боже, стеклянные? Мы. Блин, а стеклянные, это, наверное, небезопасно. Почему? Я вспоминаю это видео со стаканом. Чел, где сел со стаканом? На... Не, ну ты сравнила, блин. Стаканы и анальные бусы в самом деле. Ты зачем? Что? Зачем? Ты не знаешь, что это. Блять, у нас про битбоксинг как бы до сих пор флешбэк. Ну, нормально. Да какая же, блядь, жопа орехом должна быть, чтобы анальные бусы стеклянные дробить? Не, ну тут я и поэтому и засомневался, как бы, ну, в чем проблема. Ну, это гордиться надо тогда ставить. Смотрите, я раздробил. В хирургии лежишь такой, смотрите, я раздробил. А это что у вас там? У вас там цветы, доктор, это вам. Знаете, такие графины есть, короче, для бухла, и они закрываются пробками такими стеклянными. Да, у нас такой есть. Мне кажется, на основе этого была придумана кристаллическая. Из него похоже, да? Сидит чел такой. Тёма такие ассоциации создаст. Такой. Не, мне нормально. Точно! Из графина достает пробку такой, все себе в жопу. Ну, я думаю, так и появилась эта пробка. Нихуя такой! Ого! А так можно было? Ого! Ля, ничего. Смотри, смотри, Игорь, смотри! Классно! New emotion! Мне вообще кажется, что все вот это вот придумано в Японии. Наверное. Почему в Японии именно? Анальные бусы придуманы в Японии. Ну я промолчу. Го-го-го-го-го-го. Дети, ваши родители могут смотреть. Ой. Я тебе больше скажу, я в соседней комнате. Боже, что? Они реально все слышат? Да я говорю, недавно вспоминал этот... Какой ужас, Таня, извинись перед родителями. Нет. Даша, поверь, уже поздно. Уже поздно. Мама, короче, говорит, я, говорит, смотрел ваш стрим, мама, вы с ребятами там, Таня, мы так смеялись, говорит. Ну, типа, я смотрю, думаю, что за стрим, смотрю, а там 6D, короче, где мы кал говно рисовали, мочу вот эту вот. Думаю, блин. А я сегодня в начале стрима тоже рассказывала, говорю, а моя мама, когда смотрит, она такая, вот, Тёма с Танечкой такие молодцы, не матерятся, ну, а вы так материтесь. Конечно, мы молодцы. Ага. Да, да. Так это факт. Вот с нами дружить можно. Да. А вы из категории тех, кому родители потом говорят, не дружи с этим вот. Я был таким, хотя я не подозревал. Что за бред? Таким? Вот таким, с которым мама говорила, не дружить вот с этим мальчиком. Хотя я не понимал, вот что за бред. Вообще-то тот чел, которому она это говорила, больше творил явно херни, чем я. Больше тварь, чем я. Плохо на него влиял просто. Больше я тварь, чем я. Так, тихо, на первом квадратике, дальше оно уже будет это. Нам надо так, за а ним бежим? Бежать, гайс. Нам надо да, бежать за ним, ним и потом потому что иначе нас сильно быстро. Сейчас, побежать. Давайте, в следующий раз. Блин, нет. Готов. Прыгаем. Опа. Хорош. Бежим. Опа. Прыгаем. Опа. Бежим. Все, молодцы. Все, боятся руки делать. Побежать. Да еба. Вытяните этого дедушку. Вот это. Этого, блин, куда дедушку. Ты, блин? Блядь.
Тяните его, чтобы убить. Держите его на цепи, он бежит. И сразу прыгаем, сразу прыгаем. Он типа специально это делает, потому что... Ни в коем случае не верю. Это все череда совпадений. Ужасно. Дайте мне поезд отсюда, я не могу уже. Вот, вот давайте договоримся как-то, не знаю. Побежали. Вот, нормально, видите? Все работает. Я сейчас в реальной жизни подпойду. Так я же говорю, давайте договоримся. Сделали что? Я тебе захват сосков сейчас сделаю. Найс. Звучит как-то так. Опа! А чем со своим опа? Ты нахуя говоришь, это ебучее опа? Так помогает прыгать же, ну. Да нихуя не помогает, блядь. Что не так с опа? Нормально все. Криво опа, прыгайте. Давай, давай, давай. Помогай, опа. Опа. Опа! Не могу! Опа! Это прекрати! Опа! Оп! Нет! Тихо, спак, 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 бля, спак, спак, спак. Ого, опа! Найс! О, пиздец, ты как... Такая штука помогает, гайс, надо зацепиться, и она тогда нас подтянет. Артур, или кто там наверху, Таня, зацепись, залазь. А все уже. Во, а, поздно. Сука. Опа! Ох, посмотрите на меня, я знаю, что делать, это неплохая команда. Давай. Сосиски с макаронами ты варишь. Я? Да. Я при чем? Потому что ты же их ешь. А-а-а. Сегодня, ну, поэтому и варишь, походу ты. Так, спокойно, спак, спак, спокойно. Давайте смотрите как. Когда мы на нее встали, контролируем, в какую сторону она вращается. Чат, вам музыка не громко. Ты в какую сторону вращаешься? Я вращаюсь по часовой стрелке. А они не громко? Я могу их вообще минуснуть. Хотите? Ничего не поменяется. Да, блядь, хватит бездумно прыгать вперед. Я пытаюсь начать фразу, типа, давай... Смотри. Все. Опа! Блядь, ты подготовить-то мог вообще? Я не знал, я думал, ты план будешь какой-то предлагать, ты опа! Да, я тоже, я думал, что что-то скажешь такое. Ну, опа! Да подожди, там вообще что-то еще. Мы потеряли Таню, нет? Блядь, я на эти цепи как реально, как смирительные рубашки вешу вот это вот. Опа! А тут я не говорил, а вы прыгнули. Ну вот. Господи, я сказал опа! Ох, да нет, давай просто по парам. Сначала одна пара прыгает, потом вторая. Так, мы с Тёмой стоим, вы прыгаете. Нет, вы с Дашей раз. Прыгаете, а мы с Тёмой стоим. Ладно, хорошо, Даша, давай, раз, два, три. Раз по парам. Теперь эти прыгают. Раз, вот, два, блядь, туда. Даша, а ты куда попёрлась? Так двое прыгают же. Давай ты куда прыгаешь? Надо сначала на эту платформу, на предыдущую встать, чтобы следующая. Да приходите, блядь. Да короче, прыгаем, я понял. Да, блядь. Даша, ты поняла принцип? Чё за нахуй было вообще? Двое должно остаться на одной, двое на второй. Всё правильно, чё? Ну, Артур говорит, типа, давай мы ещё запрыгнуть не успели на это, а ты уже на следующую понеслась, понимаешь? Да, нормально. Вот стой, жди, стой, жди. Да куда ты прыгаешь? Теперь мы опять, блядь. Погнали. Да, блядь, вы неправильно делаете, я не понимаю, вы не понимаете, что ли? Чужие губы. Тебя ласкали. Блин, чё, сохраните мне эту песню. Не надо. Артур напевал. Да не, это конечно. В тему о банальных бусах анекдот. Муж, работающий на лесопилке, купил жене анальные бусы, вставил и завел ее как ебучую бензопилу. Это отвратительно, правда. Ну, это мерзость. Кто опаздывает? Я ничего не понял. Это хорошо. Святой ты человек. Не, я просто посчитал это банально. Дрынь, дрынь вот это. Оцените, пожалуйста. Ждем, ждем, ждем. Куда мы прыгаем? Вперед прыгаем, вперед! Да блядь! Я поэтому и спрашивал, блядь, куда мы прыгаем? Потому что мы все шли направо, а тут внезапно Артур вперед. Так вы же говорите, никакой разницы, я думаю, да, ну никакой. Ой, окей. Что так, давайте менять маршрут. Я вас сейчас нахрен убью всех, серьезно. Ого, мы упали опять. Давайте мы просто будем по одному маршруту двигаться. Без прямо, прямо, направо.
Говорит, Даша прямо, и падает прямо в дыру. Прыгай! Поговори мне еще. Какой прыгай? Даша че лезла? Попрыгнули же. Опа! И направо. Направо, бля! Ну, вперед! Блядь, Артур. Я вешу на... Артур, ты можешь понять, что это не смешно? Хватит. Так я не заметил. Слушайте, при чем тут смех вообще? Ты специально это делаешь, чтобы... А я за вами буду прыгать. Даша, ты куда же попиздила, господи? Я думаю, давай за ними прыгать. Сразу же все не... Так потому что они все еще залезли. Хули вы не залезли, блядь? Залезьте все. О, понимаю. Прыгаем. Стойте на его нахуй. Все, блядь. Стоять. Всем залезть. Я не могу. Все, погнали. Опа. Спокойно стоим, не, блядь, не въебаемся. Когда оно маленькое, прыгаем. Поехали, да. Направо. Поехали. Стоять, блядь. Нет, не прыгай. Не прыгай, блядь. Ты. Прыгай, плохо, ладно. Не прыгай. Стоим. Чё, блядь? Не надо. Потому что Даша лезла. Даша, как лезла. Много к тебе вопросов? Она же залезла. В смысле, это не я. Это не смешно. Ты знаешь, кто из этих двух женских персонажей я? Да. Да? Там написано. Пизда, блин. Вау, ты такая женственная сегодня. Уенственная. Куда? 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 Она вверх поднималась, куда? Кто прыгнул? Она вперед, была маленькая. Она я поднималась вверх. И что, блядь, что она поднималась? Нельзя на нее прыгнуть или что? А, блядь. Тихо бегут. Звон такой цепей. Что говорить-то, блядь? А что говорить, блядь? Уже прыгай. Все сказано. Вот нахуй, это вот камень все. Преткновения. Вот здесь нужно, блядь! А куда? Я его сейчас, бля, я просто убью сейчас вас всех. А нахуй вы начинаете про эту штуку думать, что она какая-то особенная? Да надо просто да сидеть. Все, блядь, залезли и стоят на нее смотрят. А нахуй задел да там внизу, самое время бы прыгнуть. Чего вы ждете, блядь? Да, блядь, когда она уменьшится. Зачем она уже достаточно маленькая была? Чтобы все залезли, понимаешь? Все, и в том-то сидело, что глянул, все залезли. Ой, бля. Помогите! Артур, просто блядь, стоим, Тёма. Зачем вы прыгаете? Вот, ну просто не интересно понимаю. Быстрее как-то тайминг да пальчики, наверху. Да пальчики, вот это лучше пальчики в другом месте бы работали. Пальчики работают не на стриме, понимаешь? Профессор МакГонагал! Иначе, блядь, можно и отлететь. Эта метла не залезет мне в жопу! Вот это да. Это не залезет, Поттер. Ты очистил! Пожалуйста, нет! Блин, слушайте, а до солнца еще далековато. Блять, как было бы охуенно, если были бы босс-файтеры. Да, о, да, мы б точно ебать, разосрались, никогда бы... в жизни бы больше не общались. Да, но как бы это было бы охуенно, такие босс-файтеры. Куда, куда, Даша? Просто или упал. Или кто там, Тёма? Да я не потому, что босс-файт уже мечтаю. Ага, мечтает, блин, вытягивайте. Вот разрабы, если вы это когда-нибудь посмотрите, во второй части сделайте босс-файт. Они уже прыгай. Не слышат, у них пена идет, ну типа, блин. У разрабов этого, я думаю, пена перманентно идет просто изо рта. Из жопы. Перманентно, блядь. Сперма из жопы идет. Зачем, блядь? Как это? Как это? А у вас тоже на фоне. Да остановитесь на секунду! Остановитесь! Прекратите! Блядь! Помогите! Да, это нормально, да. Блядь, чтоб нагрузка. Ну и что мы будем делать теперь? Да остановитесь нихуя. Вот это вот. Не прыгайте. А все. Я не хочу на об этом думать. На третий фильм. Отдыхаем. Тём. Нахуя? Нахуя? Проедет? Прыгаем, отдыхаем на третий. Это вторая или третья сейчас будет? Вторая. Вот на четвертый надо, на четвертый! Вот на давай! Четвертый, бля! Мы успели! Я же... Мы тихо, успели! Тихо, мы успели! Тихо. Спокойно, я понял. Даша, ты не падай. Да я, блядь. Не падай, не Даша. Не могу вытащить. О, все. Я Тему тащу. Спокойно. Так, где можно будет отдохнуть, смотрим. А там да, все уже до конца. Там уже с его. Да все. А, ну... Раз, два... Подожди, да в смысле? Куда? Она же... Она ж крутится еще. Ты так что? И что, ты прокрутилась и прыгаешь? Нет, она не прокрутилась. Она у тебя прокрутилась? Да. Нет. Вот сейчас. Вот. Блядь, а куда?
а ты, Тёма, план говно. Нет, ты, да, ну ты же не понял, куда прыгать, почему ты не переспросил? Да, блядь, я был уверен в том, что она туда. Пиздец. Какой пиздец, я не могу. Теперь быстро, давайте. Опа, давай, вот сейчас, оп. Да, блядь, я по... Назад, назад. Чёлки гнутся. Так, теперь смотри, ждём. Ждём пока. Угу, ждём. А, и, оп! Опа! И оп! Кто что там опаздывал? Прыгать? Что мешает прыгать с самого края, блять, чтобы не, ну... Это... Уй, умрите! Ты же висишь! Таня! Чтобы сдохли! Вы сдохли, чтобы! Ты куда полетел? Что это было? Да спак! Даша, не важно, главное прыгать, да? Так я прыгаю, блядь, вы просто... Артур! Вы же из-за вас я не дотягиваюсь. Я прыгаю, говорю, погнали, а вы там сзади. Я не знаю, что ты там, блядь, говоришь, как воображаем своих друзьям, блядь. Надо говорить ротом вещи. Нормально. Вещи, блядь. Ротом вещи, блядь. Танцы на краю, пожалуйста. Вот здесь. О, погнали! Погнали! А, да? Ну, пизда. О, быстрее! А где стоим, на то или на это? А вот так вот тут. Спокойно. Не нервничай. Да, Тёма, ты можешь подняться? Спасибо. Я подожди сейчас, блядь, саки вытру. Поднимусь. Куда? Таня, пробел. Какой пробел? Я ищу 20 метров над этой. А вы чё падаете-то? За это время уже переиграть успели. Пока мы тут висим. Сейчас переиграем. Так, о, готовьтесь, готовьтесь. Сразу готов, поехали. Погнали. Опа! Ой, блядь. Оп! На эту. И на следующую. Спокойно, 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 спокойно. Бежим. Это была третья или четвертая? Оп! Я тебе дед совсем, что ли? Так, давай. Ждем. Смотри. А? Ча! Даша. Нам пизда! Крутись. Вы чё стоите? Ты буйный? Поехали. Ты чё, блин? Ё-моё. Кто буйный? Кто буйный? Я буйный? Ой, бля! Нормально всё. Отстаём этого. Это я-то буйный, ты сейчас мебель побьюсь, ты кто буйный, алло? Жень, на какой? О, бля, да подожди, ты же синхрон. 40 метров изи, говорит, осталось. Угу. Смотри, оп, погнали! А почему вы меня вечно, типа, блин, в натяг не пускаете? Что? Так как? Ладно, я буду за вами прыгать, мне надоело. Ну, пусть какой? Артур один пройдет этот момент, а потом нас позовет, и мы... Ты что, ровкусь? Ты что, гонишь, что ли? Нет, смотри, подожди. Давайте сделаем не так. Вот сейчас вот я вот здесь стою, слева от меня человек встает налево. А еще один направо ко мне. Все, идем. Ну, да не поднимайтесь. Не поднимайтесь. Падайте так свой... Так я не поднимаю, у меня персонаж сам поднял. Ну вот, ну, все, поехали, да. Блядь. Поехали. Не поедем, она ровная, алло, блядь. Нет, да нормально едем, блядь. О! О, блядь! Да куда ты встал, блядь? Пиздец. Нормально. О! Идеально. Гениально ведь, ну. Нам в улыбочку, лево улыбочку. Вы, блядь! Всё! Блядь! И что делать? Вот что тут делать, Тёма? Ну, очевидно, если один раз не сработало в ровное ебало, то не в него второй раз не идти, наверное, не надо, а блядь. А так куда идти? Вот сейчас ну, узнаю. Грустный смайлик открылся, вот куда, блядь. А тут не знаю. Вот сюда. Тут сюда. Нет. Нихуя. А наугад, что? А почему? А-а-а, да ладно. Блядь, ну это же элементарно. Алло. Элементарно. Просто это наугад? Ну, тут наугад, естественно, придется. А как, блядь? Конечно. Я не знаю. Это я виновата. Я не успела, да, заживала мне куда-то. Таня, тебе можно. А, блядь. Вау. Спасибо.
Там знак показывает напрямок. Только второй раз смыл этой волной, я не пойму. Чё, блядь? Ой. Стой, стой. Ты чё теперь? Стой, на двери пропускаем. Там три двери, нахуй. Ждём, пока она восстановится, блядь, и пойдём. И подождите, давайте двери пропустим. Да, 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 потому что там хуй. Так они потом под конец будут, еще обиднее будет. Лучше сразу их пройти, как взрослые люди. Так тут хуй поймёшь. О, ничего ты не понимаешь. Погнали, бля. Да еб... Кто? Кто не допрыгнул? Я не допрыгнул. Ладно. А мы теперь не прыгаем, да? Блядь, смыло опять кого. Смотри. Мы... Давай, затесало. Стойте, поднимите его. И этого поднимите. А я его поднимаю. Давай. Сейчас надо, блядь. Какой блять, нахуй а можно просто ближе к краю подойти, чтобы спокойно прыгнуть? Спокойно, три двери, нахуй. Они за километр стоят и прыгают. Ближе к краю подойти можно? Подождите, дверь пройдет и прыгаем. Да прыгаем прямо сейчас. Прыгай. У меня, блять, у меня пробел не сработал. Я не знаю, что... Какие нахуй препятствия, зачем? Они нам не нужны. Я даже не думал вообще. Мы вознеслись. Да там не думать. На вторую. Отлично. У нас, если что, еще он либо up together есть, если да, это быстро пройдется сейчас. Вот это что, вратарая, мы сейчас это сгорим. Я не устанавливаю. Мне кажется, нет, тут подвох какой-то. Подвох. Да уже концовочку видим, даже полосочки видно. Блядь, эти рожи. Найс! Как нас у меня освободили заебали, друг господи. От друга. Давайте драться. Я съебываю. Все, шахматная доска. До свидания. Кто последний врет, тут лох? Конечно. А когда ты так быстро бегает, Ля? Вот так вот. Медленнее всех бегу. А вот не хочешь быть лохом, а я заслуживаю просто. А я в ад сейчас спущусь обратно. Реально медленнее всех бегаю. Что за дичь? Тёма, давай вместе. Пись. Они сгорели нахуй, я не хочу. Если сгорели, мы типа попали в рай теперь. 6 часов. Так это типа, ну, просто было. За 6 часов. Сцена после титров. Прошло как будто 600, блядь. Не говори. Не знаю, у меня голова заболела от этой игры. Это была подстава. А, подожди, континуй нажать, я тебе скажу. Так, а, концовочка. Мы в ад попали. Ну, чувствую. Back to main menu. А, у вас еще катсцена идет. Ну да, после континуя. Теперь без чекпоинтов. Я не нажала. Сначала колющее режущее нужно убрать из места проживания. Из планеты, блядь. В километре. Чужие губы тебя ласкали.